Изгоняем тебя, дух всякой нечистоты, всякая сила сатанинская, всякие посягатели, адские враждебные, всякие легионы, собрания и всякие дьявольства. Именем добродетелю Господа нашего Иисуса Христа искоренись и беги от церкви Божией. Повелевает тебе Бог наш Всевышний, коему даны не уравняться желаешь великой своей гордыни. Повелевает тебе Бог Отец, повелевает тебе Бог Сын, повелевает тебе Бог Дух Святой. Изыди, сатана, измыслитель, хозяин всякой лжи, враг спасения человеческого. Освободи место Христу, в коем не найдется ничего того сделанного. И пищи, и беги, когда призываемый страшный святой, имя Христова, от коего ад содрогается, склонись перед всемогущей десницей Божию. Изгнание беса – дело непростое. Немногим это дано. Я всего раз попробовал. Покинь это бренное тело! 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 Покинь! Покинь это бренное тело! Покинь это бренное тело! Покинь! Покинь! Покинь это бренное тело! Покинь это бренное тело! Покинь это бренное тело! Покинь! Покинь! Покинь это бренное тело! Покинь! Надо не только о Боге думать, но и о бесе тоже. И по его правилам играть, всю душу ему открыть, чтобы он ее захотел, чтобы он вышел. Я тебя вытащу. Я тебя вытащу! Изыди бес! Изыди бес! Изыди бес! Изыди, Боже наш, ты суди их! Ибо нет в них силы против множества его великого! Изыди бес! Изыди! Изыди! Изыди бес! Изыди! Изыди! Изыди, изыди, покинь это бренное тело! Покинь это бренное тело! Иди ко мне, бес! Иди ко мне, бес!
Собственно говоря, вот здесь все и будет происходить. А скажите, какие-то болезненные ощущения могут возникнуть? Ну, непосредственно вселение, процедура весьма болезненная. Но то, что потом, к нам за этим и приходят. Кстати, вам повезло. К нам семинарист пробоваться придет. Свежая кровь всегда хорошо. Молодые знают, как беса в теле раздражать. Понятно. Ну, в общем, мне беспокоиться не о чем. Все нормально будет, да? Клиентов у нас много. Никто не жаловался. Многие даже повторно приходят.